Я в городе. Там у нас, вот у нас вокзал. Выбралась все-таки. Когда приехала, давление совершенно непонятно какое было. 85-55. Меня смотрела капитально, встала, было же нормально уже. 100 на 55 с меньшим пульсом стало, так что ощущаю себя более живой, чем была. Пару часов такое. А вот сейчас побуду немножко в городе и после этого поеду домой. Нужно будет покормить моих кошек. Вот, и когда вернусь домой, нужно будет покормить Аниных кошек. Котов. Вот, как-то так. Они за это время, по идее, должны уже уехать. Вот, и я останусь следить за малыми. Вот. Ну, в общем и целом, на этом все. Я в мини. В кедах. Потому что другой обуви нету. Вот. А по идее, если будут свободные руки, то было бы, конечно, здорово заодно взять дома какую-то какие-то босоножки, чтобы в субботу-воскресенье не париться в таких ботах. Как-то так. Вот. А с большего успела еще позаниматься ценообразованием. Вот. Так что день прошел продуктивно, первая его половина. Второй тоже попробуем сделать так же. Все, пошла дальше.